Александр Владимирович, тяжело, понятно, и 2-0, и даже в большинстве, но во втором тайме мы показали еще до удаления, что можем играть, можем навязывать свою борьбу, можем давить соперника, но все-таки что-то не получается. Что именно? Ну, наверное, это не наш турнир в плане времени. Мы не попали в него, полностью провалили. Единственное, радует вот эта последняя игра в плане эмоции, накала. По большому счету мы переиграли соперника полностью, причем хорошего соперника, я считаю, но единственное, что мы не можем забить и пропускаем достаточно легкие голы. Но надо это принять, надо это пройти. Просто я верю в ребят. Да, такой этап бывает. Мы не доработали, это я признаю, но в плане перспективы, мне кажется, пацаны могут играть в хороший футбол, что и показали, в принципе, в большей части вот этой игры.